А вот так выглядят мои дохлики. Моя рассада, которая была не то живая, не то не живая, не желез, как говорится. Она уже больше метра. Вот они, дохлики. А там у меня огурчики цветут. И маленькие огурчики зреют. Тоже хорошо пошли по ниточкам наверх. Вот, пожалуйста, какие огромные стали. Все цветут. Вот тут тоже огурчики прячутся среди помидор. Помидоры, которые я посадила из косточек совсем недавно, уже собираются цвести. Ничего себе!